А из чего сырники делаются, блядь? Погодите, из чего делаются сырники, блядь? Ну, а творог из сыра ж, блядь, делается. Долбоёб. Сырское влагалище и его выделение имеют настолько кислотную среду, что может отбеливать нижнее белье. Чё, блядь? Сырское влагалище его Бля, она меня бесит. Вот это вот. Вот это просто меня бесит, блядь. Я не знаю, почему. У неё внешность бесячая какая-то. Дружище, а ты чё лежишь? Не получилось. Да не получится сегодня. Блять. Да проще ж так встань. Я админ, спасибо. Дружище. Бля, вот для меня это пиздец же заезд. Всегда. Причем сама еще и предлагает. Ну, типа, давай фильм вместе посмотрим. И спит. Ну, типа, блядь, я бы мог, наверное, ну, не смотреть, блядь, да, типа, фильм. Пойти с пацанами поиграть, что-нибудь. В итоге, я один его смотрю. Чего чел пишет, так она ебаться хочет. Че ты несешь, блядь, это не так работает. Спасала твоя краса. Рисовал эскизы, помнишь ты? Спасала твоя. Значит, казалось, что это кореш, блядь, вообще. Твою мать, блядь! Чё вы здесь происходит? Такой баян ебаный, блядь. Я еще раз говорю, выйди отсюда! Вы как можно говорить? Я на госуслугах регистрировался, вообще без очереди могу. Какие нахуй госуслуги? Какие тут очереди стоит? Я стою в очереди. Я на сайте регистрировался. Ботаник пришел сюда и качает права. А вы Чубака, блядь. Я еще раз... Какой колючий ежик. Такой баян ебать нахуй. Чубака, блядь. Бля, Айдар, вот это рекомендации реального мужика, бля. Понимаешь, не вот это твоя хуета какая-то, бля, а реально смешно, бля. Эти рекомендации формировались, сука, 2 года, понял? Они настаивали. Так что теперь они шефа рвут нахуй, понимаешь, о чем я? Смеюсь я, блядь. Ой, давай поговори мне, какие реки, блядь, у тебя там. У тебя там, наверное, жопы одни женские, блядь, лезут в кадр, блядь. Полуголая растяжка, блядь. Ну да, да, нахуй. О, я знаете, что сделаю? Я чат побольше сделаю. О, я обожаю такие видосы. Если мама рядом, полон мир чудес. Ничего не надо, если мама здесь. Если... Какой стыд. Ну это так, для стрима, я потом... Ладно, блядь, похуй, чё стыдиться, блядь. Мой качан только не надо брать, пожалуйста. В честь чего это? Потому что я его беру. Где ты его берешь? Я его уже посмотрел и выбрал. Да? Положите, пожалуйста, качан. В честь чего ты его? Возьмите вот этот другой. Да, твой. Ну вот этот я беру. Ну и бери. Положа руку на сердце. Ну положи. А это ваш. В честь чего? Ну потому что я его смотрел и выбрал. Вы еще кабачок вон тот возьмите слева, ну, верхний. Поражаюсь. Конечно. Мой почерпи, блядь, ну почерпи до вечера. Малим, салам алейкум. А я хотел вопрос задать. Вы мне, если что, предупреждайте, где пиздец. Вот по деду я сразу понимаю, что там, ну, бан-ворд нахуй будет. А вот салам алейкум, вот этот ничего не пизданет запрещенного. Норм, окей. Там в рай, когда мы попадем. Там бывают машины, ну как здесь, в Нечаевке, Кизилюрте, хэтчбек, приоры, ну джипы тоже. Что? Чё нахуй?
Бля. Какие дизлайки в комментариях? В натуре, блядь, нихуя себе, от как... Чего, блядь? Откуда у меня это, блядь? Я ТикТок только что скачал. Ой. Скажи, слишком поздно. Ебать. Я уже часть корабля. Скажи. А сегодня суббота, Андрюш. О. А сегодня... Осуждаю этого кота, это что за хуйня, блядь? Почему, блядь, он так выглядит? Что это, блядь? Что за хуйня, блядь? 40 тысяч лет эволюции, а мы до сих пор так бездарно используем человеческий потенциал. It's been a long day without... У нас во Владимире делают дорогу. И вот так. Все. Натаха рассмешнила, и, блядь. Светка, ей покажу, ебать. Умора ебаная. Ну! Зарядился. Не снятся деньги, я просыпаюсь уже голодный. Внимай, давай. Удачно ты заснил. Давай его сюда. Какой карась? А я не могу понять, что за хуйня. Он на лету, Серёга. Вау. На это... движение все правильно. Это тот карась, который я проебал. Может быть. Ева, я любила тебя. Твои пластинки... Насколько вы аккуратны при передаче посылок? Надписи что-то решают, осторожно, стекло? Ну, что написано, то и делаем. Насколько вы аккуратны при передаче... Все варятся как бы в этом. Я не хочу в этом вариться, потому что я никого не знаю лично. Бля, ну это баяны какие-то. Да, да. Ты очень, блядь, ты мне очень нравишься, а я тебе нет. Блядь, кто это? Бизон, нахуй. Ух. Ух, тетя, кто ли? Ой-яй-яй-яй-яй-яй. それを知ったアキラはますます真剣モード。Пацаны, а что такое? Что вы осуждаете, блядь? Имите кудасай. Я парочку слов знаю, блядь. Что за пидорас? Эй! Я заебался, блядь, лечи нахуй. Кто это, блядь? Ай, блядь. Я заебался, блядь, лечи нахуй. Саня! Нахуй иди! Саня!
И что? И что? Ну и чё, типа, с этого, ну, типа, лол, как бы... Ну, боже, типа, лол, ну, типа, ну, как бы, типа, ну и что? А знаете, что самое забавное? Что такая женщина по-любому существовала, которая с типа лолом говорила. С препаратом, который в аптеке по рецепту продается, типа лол. Что, типа? И что? И что? Бля, Баян, пошел. Вот блядь, такой еще трек, сука, баянистый, блядь. Монстр! Мальчика катается не один, да, киселётик? Ей душе нет больше места. Пенис, спасибо. Я свободен. Хуля не прыгают, так смешно, блядь. Ой, блядь. Самый редкий вид, но самый худший браконьер. Спорим, она вместе с тебе в глотку революция. На всю силу на себя тянуть, а я попытаюсь отжать руку твою, понял? Давай, со всей силы. Давай, сильнее. Ух, блядь! Блядь! Это пиздец, нахуй! Видно, самый худший браконьер. Ебать, там щечло отлетело, если честно. Пол ебучки может... Не, ну понятное дело, что это предсказуемо. Я просто не ожидал, что он настолько сильно себе въебал отдаст. Но я думаю, любой из чата, блядь, сейчас не ожидал, что так в ебучку можно самому себе стукнуть. Аж, блядь, знаете, как будто нахуй букет с цветами, блядь, просто вот въебали куда-нибудь. Такой вот прям звук смачный. Блять, фух. Ну нормально же, да? Ну весело же, блять. Есть, понимаете, есть изюминка того, что ты ожидаешь что-то смешное, блять. Ну тебе приходится искать это, а не видос вот этот заранее смотришь. Это не то все. И что вы скажете? Смотрите, прямое насилие мужчины, бедный испугался, блядь. Она даже, блядь, не спросила разрешения, можно ли к нему в лифт забежать. Это пиздец. Ребята, это ужас. Это полная дичь. Кто, блядь, без спроса в лифт забегает? Человек перепугался, блядь, это все, это психика нарушена конкретно. Уйди, тварь. Ёбаный рот этой мастерской, блядь. Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? Как, блядь, на оригинальном дисплее может быть ошибка? Ты дефицитный, ёбаный. Вы чё, блядь, в киосках покупаете? Ёбаный рот. Да это Баян, да у них все такие, типа. Я он, а, блядь, нихуя, я лайк уже поставил. А чё на меня тоже подкидывает, блядь? Вот видите, там... Внутри типс, типа. И мы его сейчас достанем. Мы его сейчас достанем. Сейчас. Очень неудобно. Черная, да? Что? Блядь, на всякий случай осуждаю, блядь. Бамблби, трансформируйся. На работу надо. Ай, красавчик. Бамблби. И, блядь, с этого пиздец как ору. Ну ты охуяешь, блядь, оторвайся, ебаный дурак. Ну ты охуяешь. Вот это мое невезучее место. Когда здесь 140 пролетаешь... Вот это мое невезучее. Блять, блин, сиськи, блять, господи. Блять. Заебали, бляди, суки, ёбаные, бляди. Пошли все пизду, блять. Бля, это пиздец вообще, нахуй. Такой жиз.
Я, кстати, обнаружил, вот я сейчас один живу, тоже, блядь, какой-то уебан всю бумагу тратит. Это просто пиздец. Я постоянно последний, блядь, кто ее выбрасывает. Заебало уже, нахуй. Нету лучше самолета, чем любимая Toyota. Нету лучше самолета. А чё они, блядь, там ее присосались и пиздец? Это Гарри Поттера, комната. Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Кукушка, кукушка. Кукушка, кукушка. What the dog do? Damn, Daniel. My name is Gustav. What the dog do? Evil Empire, laughing all the way to the... Evil Empire. Ебать мощный. Фу, блядь, так же от сердечного приступа можно сдохнуть, блядь. Подхожу к мусорному баку, блядь. Нажимаю педаль, блядь, я чуть нахуй... Я боюсь такие видосы. Now I see there's things in my way. Push it to the... бля, где звук? Ух! А, да похуй. Не смешного человека, несчастье. Бля, ну вот, ну пожалуйста, давайте мы не будем сейчас говорить, что вы в GTA San Andreas так двери, блядь, или в GTA 5 не закрывали. Ну это же полный пиздеж. Вот и чел так же ёбнул жестко.